Чё, зашел, что ли? Ага, запускаюсь вроде как. Мы сейчас контент замутим. Но это не точно. Это не точно. Но я надеюсь, что ты зашел. Это еще ничего не значит, да? Угу. Если руки и жопы, то ноги и жопы не спасут. Ну нет, почему? Они могут тебя спасти иногда. Если ты что-то накосячил такое, что тебе бежать придется. Все проблемы можно порешать. Если ты художник, то хоть забегайся, ноги не спасут. Ты с помощью тех ног можешь выкинуться в окно. Вот иди выкидывайся в окно. Мне первый этаж. Куда мне выкидываться? Ты даже выкинуться не сможешь. Я тут пятиэтажки неподалеку. Пятиэтажки не спасут. Да нет, если выкинуться не захочешь. Галочка. Галочка. Хуялочка. Галочка. Пять. Ты уверен? Да. Ну ладно. Игра сама уверена. Видишь, как быстро начала. Что за карта? А, понял. Мы полетели. Ясная поляна. Сюда вот, знаете, нет, вот сюда вот. Куда-то дальше. Куда-нибудь пойдем поближе. В мульта. Не, по мысли сошлись, понял, даже метку на один дом поставили. Это все, это командная игра. Все, это... все, мы затащим сейчас. Вот там сейчас я и упаду. Костян, я не виноват. Даш, ты приколист? Нет, там четверо пришли. Даш! Это было очень больно. Я нашел горку повыше. Нормально ты забрался. X8 бы еще, да? Угу. Да не, в принципе, все видно. В принципе-то да. Что нихрена. Я дома-то не вижу, да. Зато можно профессионально атаку сделаем. Так вот. О, красная зона. Хоть какой-то веселье. Ништяк. Летим. Надежно. Нормально выживешь. Не попадет ни разу. На рандом напад. Какой был шанс, что в тебя попадет? Я тебе скажу больше, я кричал ебаный в рот раньше. Я предвидел это. Нормально, нормально. Подтопало нам влево. Где? Куда? Где? Почему поза? Да, я не понял. 20% пакет луза. Меня сейчас вообще никто не попадет, даже за смах. У меня 7%.
такси приехало. Третий рюкзак подрезал у тебя прямо под нос. Ой-ой, кто это? Откуда? Где? Слышь, Костян, тут, короче, около меня стоит. Да. Через дорогу. Да. На 108, на 190. Какая разница, что в доме нет ничего, что на крыше. А, в доме что-то да есть. Только не дохни, пожалуйста, я умоляю, умоляю, молю. Да ну подумаешь, дух. Со всеми случается. Я нажму Alt F4 тогда. Я почти сдох, Костя. Я стараюсь. Где она? Тут, убила? В домике. Нет, он за мной бегает. Поем? Угу. Ай, сзади еще. Все, Костя, вон там, короче, где-то. На 55. С того, что у нас получится забрать машину. Выжил после приземления, уже достижение. Ты первой стычки выжил, вот это достижение. Вот это тоже, да, достижение. Так, ты пока катайся, аккуратненько я печку проверю, и все. Да ну на. Ты что делаешь? Погоди, жалко, я это не заснял, я хочу повторить. У меня записывало. Что ты делал? А, точно, у тебя же записывало, ё-моё. Так я не знаю, видно было или нет. Бочку крутанул, что ли? Да. Потом посмотрим. Опа, это где стреляют? Это что? Это кто? 130. Дома видишь? Да, за забором. Вижу, мне не с чего стрелять. Юмпик только. В смысле ничего? Юмпик только, X3. Пульки полетели, давай быстрее. Я еду, смотрю в бок. Успел бинтик остановить. Да, наверное. Или вот сюда можно. О, смотри. Поляки перед нами. Да, вижу. Да ты... А их еще все вырубает, да? Значит, за ними кто-то придет? У нас есть пару секунд залутать их. Подбивал. Страшно было, конечно. Я думал, тебя убьют сейчас. О, домики. Давай займем. Да нет, не убили бы. Нормально все. Там тачка, по-моему, раз стоит впереди. А, это наша. Вон та наша. У меня зелененькая, она светится. Прикалывает. Типа значок зеленой машинки. А, внутри наш.
Он вообще на том оказался. Доехал. Ты посмотри, она доехала больше 200 метров. Тихо. Тачка едет. Стартуй. Я такую же машину хочу. Остановились. Он остановился, да. Я кака. Он вышел. Ой. Грена там. Вон перед наверху. Попасть-то не могу. Забери, он меня сейчас. Нет, он меня забирал. Ну, ну что поделать. Понимаю, я не мог попасть с этого конченного оружия. Я сначала с миньки стрелял. Даже попал один раз. Вот бы я был забрал. Ну, будь здоров. Спасибо, мне за уровень выжившего дали. Штукарь. Нормально.